То, что я могу вычитать в ваших книгах, дает мне понимание того, что вы очень хорошо разбираетесь в тонкостях отношений мужчины и женщины. Скажите, пожалуйста, вот для себя, что самое главное вы взяли, вот как можно построить хорошо отношения так, чтобы ну, прожить долго с этим человеком и счастливо? Ну, понимаете, от меня убежало два мужа. Очевидно, потеряв на этом пути двух мужей, я стала немножечко умней. А может быть, мне просто невероятно повезло с Александром Ивановичем, который оказался очень таким понимающим, умным человеком. Но я понимаю одну очень простую вещь. Все реально зависит от женщины. И если ты... Вот сначала оцени человека, с которым ты собираешься жить. А во-первых, не слушай маму, простите за такой совет, не слушай подружек, которые тебе бубнят. Тебе 25 лет, тебе пора замуж, посмотри на нас, мы с тремя детьми, а ты вот, значит, вот такая вся безмужняя и бездетная. Если рядом нет человека, который вам подходит, не нужно выходить замуж просто так. Абы для того, чтобы успокоить маму, потому что жить с этим человеком не маме, а вам придется. Это вот первая ситуация. Второе. Если он наркоман, запойный пьяница. Если этот человек когда-то на вас поднял руку и ударил вас хотя бы один раз, вот с этим человеком жить не надо. Никогда. Я еще не встречала наркомана, который потом превратился в нормального человека. Вот пусть меня простят все те люди, которые бросили наркотики. Я знаю, что они есть. Но я сильно сомневаюсь, что у них потом родятся на свет здоровые дети. Извините, у меня очень жесткое отношение к наркотикам. Поэтому если вы пытаетесь вылечить наркомана, и у вас такой комплекс Флоренс Найтингейл, сестры милосердия английской, и вы думаете, что вот сейчас, вот ладно, он украл последние серебряные ложечки из дома, но он обязательно станет нормальным, не станет. Не тратьте на него свою драгоценную жизнь. Алкоголика очень трудно вытащить. Другой вопрос, что женщинам, девушкам нравятся плохие мальчики. И очень часто, знаете, хочется себя почувствовать таким Макаренко, который вот его перевоспитал. Я знаю женщинам, которым удалось избавить мужа от алкоголизма. Им надо поставить памятник. Они молчат, они никогда не расскажут, как это было тяжело и ужасно. Если муж вам врет по каждому поводу, вот вы ловите его на мелком вранье. Если вы живете 2-3 года и понимаете, что у него есть любовница, девочки, зачем вы с ним живете? Если этот человек вас не уважает, обманывает вас, это вот как-то я не очень понимаю, как строить отношения с этим человеком. Если вы понимаете, что около вас нормальный человек, обычный нормальный мужчина, коих, между прочим, подавляющее большинство. В России, ну, на мой взгляд, 90% мужчин, которые хотят иметь семью, готовы ее содержать, любить жен, детей, они абсолютно нормальные, очень хорошие мужчины. Но вот вы собираетесь жить с таким человеком, но вас не устраивает. Он, когда входит в квартиру, разбрасывает ботинки. Он вешает носки в гостиной на стул. Вижу, как улыбается основная аудитория. Да? Он не опускает кружку унитаза. И вы вообще постоянно ругаетесь по поводу зубной пасты, потому что он ее давит с конца, а вы сначала. Да? Начинается какая-то бытовуха. Вот здесь, да простите вы ему это. И поймите очень простую вещь, если вы будете каждый день пилить ему мозг, «Саша, поставь ботинки ровно, Саша, поставь ботинки ровно», то на 45-й раз он просто возьмет эти ботинки и уйдет от вас. Но не будет он ставить ботинки. Взяли, поставила сама. И не причитаешь, по какой причине я все убираю дома. Ты ж ты баба, тебе на роду написано. Убирать дома, готовить суп, жарить картошку, да? А женщина, которая к 30 годам не научилась готовить, должна, по-моему, застрелиться. Потому что это, в общем-то, неправильная какая-то ситуация. Вот она неверная. Мужчина приходит домой, и для него готовый домашний ужин, это, понимаете, это не просто домашний ужин. Это символ того, что здесь его дома ждут. И еще одно, вы слушаете своих мужей, вы с ними разговариваете. Вот я иногда, приходят люди на встречу, я начинаю спрашивать, вот ты любишь своего мужа? Вот, Наташа, у вас есть муж, любимый человек? Есть муж? Да. Вы его любите? Да. У вас хорошие отношения? Да. Ладно, скажите мне, чего ваш муж боялся в детстве? От чего он прятался под кровать от страха? Это есть у каждого человека.
Ну, я знаю, о чем. Вы знаете. Да. Наверное, вы занимались психологией. Да. Поэтому вы знаете. Как правило, женщины на этот вопрос не отвечают. Начинаешь спрашивать, о чем твой муж мечтал в 12 лет? Кем он хотел стать в 14? Что у него сейчас, вот почему он сейчас ходит мрачный? Он тебе говорит, что он поцарапал машину. Ну, может быть, не в этом дело? Вот на эти вопросы нет ответа. Чего боится? Чего опасается? О чем мечтает? Что хочет? Вот для, не для семьи, для себя, да? Нет ответа у женщин. Начинаешь спрашивать, что ест? О, да, он очень любит куриные котлеты. А там, чем чистит зубы? О, я всегда покупаю ему мятную пасту. То есть вы сняли срез верхний с человека, внутрь вы не полезли. Вот попытайтесь поковыряться в любимом муже и поймете, что вот под этим очень привычным для вас Ваней, вероятно, сидит очень неординарная личность, с которой интересно просто разговаривать, а вы этого раньше никогда не делали. Знаете, почему мужья уходят к любовницам? Почему? Потому что они их слушают. Потому что домой он пришел, и началось. Петя получил двойку, поговори с Петей, ты купил сахар, нет, ты не купил сахар, отвези маме картошку, опять твоя мама бесконечно звонила. То есть, знаете, вот какой-то такой конгломерат идет проблем у него каждый день у этого мужчины, а никто не интересуется, он-то как, он где? Он вроде как есть в семье, а вроде как его нет. И вот это глупости, что жена там стоит в халате, без прически, она может стоять шикарная, в жемчугах от Шанель, да, и вот таким образом с ним разговаривать, а он уйдет. К толстой, не очень красивой, старше него, почему? Она с ним разговаривает. Она интересуется им самим. У него ощущение, что он не один, понимаете, что как-то у него есть поддержка, у него есть человек, с которым он может пойти в разведку. Вот многие мужья могут это о женах сказать. Девушки, вы сами виноваты. Все, в общем-то, в принципе, в семье очень многое зависит от женщины. Ах, мой муж наркоман, не живи с ним. Не живи с ним. Сколько раз вот с женщинами разговаривала, говорю, зачем ты живешь с алкоголиком? Он меня бьет, вот жалоба, он меня бьет. И что ж ты с ним осталась? Уходи, мне некуда, выход есть всегда. Вопрос, он тебе не понравится, допустим. Надо уйти из квартиры, поселиться в общежитии, взять тряпку и пойти мыть полы. А так ты жива на всем готовом, но тебя били сапогом в нос. Ну вот это твой выбор. Тебя бьют, и ты живешь на всем готовом, или ты живешь с тряпкой, но тебя не бьют. Выбирай сама, но не жалуйся, что тебя бьют. Потому что если тебя бьют, ты это выбрала сама. Вот это вот не бывает безвыходных положений никогда. Вот любую ситуацию назовите, есть выход. Всегда.